42% составляет подготовка к осенне-зимнему периоду в городских округах. Это намного ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сегодня говорили на совещании в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее низкие показатели отмечены в Буйнакске, Избербаше, Хасавюрте, Каспийске, Дагагнях и Махачкале. Усугубляется ситуация еще и тем, что 26 числа прекратили подачу газа. Однако представитель Махачкала «Теплоэнерго» не согласился с тем, что столица республики не готова к зиме. По его данным, работ проводится больше, чем в прошлом году. Практически все 24 котельные в стадии подготовки и завершится работа через 20 дней. Что касается долгов, то текущих практически нет, а те, что есть, долги прошлых лет. В итоге на совещании приняли решение в ближайшее время заключить с газовой компанией соглашение о реструктуризации накопившихся долгов.